Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, мы продолжаем смотреть моды в Майнкрафте, это уже второй эпизод наших обзоров, и давайте начинать. И первая вещь в этом моде, мы, например, возьмем обычное срубленное дерево, мы его поставим, и мы видим, то, что оно, как обычно, здесь срублено, и вот тут вокруг это все кора. Но, если мы его отойдем и поставим вот так, видим то, что оно перевернулось, точно так же, как и поршни. Это, мне кажется, очень пригодится в дизайне дома, можем его поставить вот так, и обратно вот так. И мы видим то, что оно... начинает переворачиваться. Можно это проделать то же самое из березы. Поставить вот так и вот так. Мне кажется, это очень разнообразит Майнкрафт. И да, мы переходим к следующей вещи. Итак, следующая вещь, которую мы можем сделать, это сделать полублоки из практически любых блоков в Майнкрафте. Например, смотрите, у нас есть алмазные блоки. Мы просто их расставляем вот так, и у нас получается алмазный полублок. То же самое это работает и с золотыми блоками. Вот у нас получились 54 полублока. И, например, с синей шерстью. То же самое. Ну, можно даже и с розовой, если вы не верите. Вот. Можем их поставить. Вот они так красиво смотрятся. Можете украшать ваш дом. Это будет очень красиво. Ну, и мы переходим к следующей. Итак, следующая интересная вещь заключается в том, что мы можем делать лестницы из золотых и железных слитков. Например, смотрите. Мы раскладываем их в виде лестницы, и мы получаем 6 золотых лестниц. Плюс эта лестница, то, что ее можно поставить где угодно. Например, вот здесь. Мы ее поставили, и можно ее поставить вот так вот вверх. И просто спокойно спускаться и залезать. Также это можно сделать и с железными блоками. Вот так, хоп-хоп-хоп-хоп. И у нас получилось еще 6 лестниц. Можно их поставить. И мы переходим к следующей вещи. Итак, следующая интересная вещь в этом моде заключается в том, чтобы можно было делать забор из практически любых блоков. Смотрите, я покажу вам на примере кирпича. Мы берем, ставим его вот так, и получаем 16 кирпичных заборов. Ставим его, извините, не видно, тут немного стемнело, вот. Хоп, и вот мы видим то, что у нас появился кирпичный забор. Также мы можем взять два кирпичных забора и поставить его вот так, и получить такие небольшие ворота. Например, смотрите, мы их ставим вот сюда. Ой. И можем их открывать, только у меня почему-то не открывается. Может, из креатива надо выйти. Ну, не знаю, по идее они должны открываться. Например, давайте попробуем. Да, вот они открываются, только не знаю почему. Вместе с рычагом, ну да ладно, неважно. И мы переходим к следующему. Итак, следующая вещь заключается в том, что мы можем делать ступеньки из любых блоков. Смотрите, берем обычный обсидиан, ставим его в виде ступенек. Получаем 4 обсидиановых ступенек. Ставим, и мы можем спокойно переходить. Очень интересная вещь. Очень помогает. Можем делать из любых блоков. Например, смотрите. Шерсть. Возьмем шерсть и сделаем ступеньки из шерсти. И вот у нас получились фиолетовые ступеньки. Очень интересный мод. Очень поможет вам в вашем дизайне вашего дома. И переходим к следующей штуке. Итак, еще одна маленькая интересная вещь, то что мы можем сделать книжные полки, например, встроенные в березе. Смотрите, мы ставим вот так вот березовое дерево, и вот здесь книги. У нас получается книжная полка, встроенная в березу. Мы ее можем поставить, и мы видим, что здесь у нас книжная полка, береза, книжная полка и береза. Смотрится очень красиво, и мне кажется, вам это понравится. И еще одна такая небольшая вещь, мы можем поставить, например, лестницу. Раньше мы не могли ставить факел на нее, но сейчас мы можем сделать вот так вот. И мы можем осветить нашу лестницу. Это, кажется, для меня очень хорошей вещью для Майнкрафта, очень разнообразит. Можно освещать лестницы длинные и переходим к следующей. Итак, последняя и очень интересная вещь в этом моде, это то, что мы можем делать скрытые двери. Смотрите, покажу вам на примере кирпича. Мы просто его раскладываем в виде двери, и у нас получается скрытая дверь. Мы можем ее, смотрите... Построим небольшой такой проход для двери в виде кирпича. Вот так. Ой, выберем. И смотрите. Мы ее ставим, и ничего не заметно. Но на самом деле это дверь. Только я немножко криво поставил мод, и поэтому дверь у меня не открывается. Но она должна у вас открываться, потому что вы наверняка его поставите лучше, чем я. Итак, и еще одна вещь. Мы можем взять эту дверь и поставить ее по центру. И у нас получается нижняя дверь. Это как люк. Мы можем, например, смотрите. Выбить вот это вот все, поставить здесь кирпичи, и вот здесь поставить такую дверь. Она, конечно, что-то отличается немножко по цвету, это, наверное, из-за того, что не день. Ну, ладно, это у меня мод криво стоит. И она тоже должна открываться, и будет это как секретная дверь. И что ж, на этом, наверное, я вам показал весь мод.
И всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось. С вами был Кейн. И до новых встреч, до новых обзоров модов. Всем пока! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и мы продолжаем смотреть моды в Майнкрафте. Это уже второй эпизод наших обзоров, и давайте начинать. И первая вещь в этом моде, мы, например, возьмем обычное срубленное дерево, мы его поставим, и мы видим, то, что оно, как обычно, здесь срублено, и вот тут вокруг это все кора. Но, если мы его отойдем и поставим вот так, видим то, что оно перевернулось, точно так же, как и поршни. Это, мне кажется, очень пригодится в дизайне дома. Мы можем его поставить вот так, и обратно вот так. И мы видим то, что оно начинает переворачиваться. Можно это проделать то же самое и с берез, спокойно переходить. Очень интересная вещь, очень помогает. Можем делать из любых блоков, например, смотрите. Шерсть, возьмем шерсть и сделаем ступеньки из шерсти. И вот у нас получились фиолетовые ступеньки. Очень интересный мод. Очень поможет вам в вашем дизайне вашего дома. И переходим к следующей штуке. Итак, еще одна маленькая интересная вещь. Это то, что мы можем сделать книжные полки, например, встроенные в березе. Смотрите, мы ставим вот так вот березовое дерево. И вот здесь книги. У нас получается книжная полка, встроенная в березу. Мы ее можем поставить. И мы видим, что здесь у нас книжная полка, береза, книжная полка и береза. Смотрится очень красиво, и мне кажется, вам это понравится. Тут немного стемнело, вот. Хоп, и вот мы видим то, что у нас появился кирпичный забор. Также мы можем взять два кирпичных забора и поставить его вот так, и получить такие небольшие ворота. Например, смотрите, мы их ставим вот сюда. Ой. И можем их открывать, только у меня почему-то не открывается. Может, из креатива надо выйти. Ну, не знаю, по идее они должны открываться. Например, давайте попробуем. Да, вот они открываются, только... Не знаю, почему вместе с рычагом, ну да ладно, неважно. И мы переходим к следующему. Итак, следующая вещь заключается в том, что мы можем делать ступеньки из любых блоков. Смотрите, берем обычный обсидиан, ставим его в виде ступенек, получаем 4 обсидиановых ступенек. Ставим, и мы можем лозы поставить вот так и вот так. Мне кажется, это очень разнообразит Майнкрафт. И да, мы переходим к следующей вещи. Итак, следующая вещь, которую мы можем сделать, это сделать полублоки из практически любых блоков в Майнкрафте. Например, смотрите, у нас есть алмазные блоки. Мы просто их расставляем вот так, и у нас получается алмазный полублок. То же самое это работает и с золотыми блоками. Вот у нас получились 54 полублока. И, например, с синей шерстью. То же самое. Ну, можно даже и с розовой, если вы не верите. Вот. Можем их поставить, вот они так красиво смотрятся. Можете украшать ваш дом, это будет очень красиво. Ну и мы переходим к следующей. Итак, следующая интересная вещь заключается в том, что мы можем делать лестницы из золотых и железных слитков. Например, смотрите, мы раскладываем их в виде лестницы, и мы получаем 6 золотых лестниц. Плюс эта лестница, то, что ее можно поставить где угодно. Например, вот здесь. Мы ее поставили, и можно ее поставить вот так вот вверх, и просто спокойно спускаться и залезать. Также это можно сделать и с железными блоками, вот так, хоп-хоп-хоп-хоп. И у нас получилось еще 6 лестниц. Можем их поставить. И мы переходим к следующей вещи. Итак, следующая интересная вещь в этом моде заключается в том, чтобы можно было делать забор из практически любых блоков. Смотрите, я покажу вам на примере кирпича. Мы берем, ставим его вот так, и получаем 16 кирпичных заборов. Ставим его, извините, не видно.